Ежегодный турнир по джиу-джитсу среди юниоров, посвященный памяти Александра Шнейдмюллера, прошел в Павлодаре. Юные спортсмены поборолись за титул сильнейшего бойца. Подробнее в следующем материале. Прошедший в Прииртышье 5-й республиканский турнир – это дань памяти одного из руководителей областного спорта, почетного деятеля спорта Республики Казахстан Александра Шнейдмюллера. В течение 2 дней участники боролись за первенство в 3 дисциплинах – фулл-контакт, клоуз-контакт и селф-дефенс. Всем хочу тренерам, всем ученикам, всем хочу, те, кто будет участвовать, пожелать удачи, чтобы все прошло без травм, чтобы выиграл достойнейший по программе нашей страны, как оздоровление нации. Вот это мы всех призываем к занятию. Это очень такой красивый, очень благородный вид спорта, джиу-джитсу комбат. Поэтому всех родителей, всех, кто заинтересован, прошу обращаться. Бойцы со всей страны встретились в Павлодаре. Помериться силами съехались более 150 участников. Поэтому всех желающих хочу пригласить, чтобы участвовали, приводили своих детей. И, конечно же, всем участникам, всем тренерам хочу пожелать успеха, удачи, пусть выиграет сильнейший. В нашей области это боевое искусство успешно развивается уже 33 года. И за столь солидный период времени в Павлодарской области подготовлена целая плеяда высококлассных мастеров спорта. Артур Поляков, Жанасыл Серикбол, Даулет Кушкербаев, Ертыс Акпарат.